84 карата. Откуда он? Не знаю. Трудно сказать. У него тяжелый русский акцент. Тяжеловат, тебе не кажется? Тяжесть – это хорошо. Тяжесть – это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. Борис Бритва. Или Борис Хрен попадешь. Резкий, как удар серпом по яйцам, и жесткий, как удар молотом. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить.